Специально для тех, кто любит автомобили и поклонников активного образа жизни, автоцентр Nissan проводит традиционный весенний фестиваль Nissan. Все, кто хоть однажды побывал на этом празднике, знают, здесь их всегда ждут развлечения, возможность оценить ходовые качества автомобилей и отличное настроение. Даже самый хороший автомобиль не может обойтись без качественного бензина, поэтому перед началом показательных тест-драйвов машины заправились на автозаправках «Роснефть». Восторг публики организаторы подогревали горячим чаем, пловом, свежей выпечкой, конкурсами и подарками. Ну а в финале праздника состоялась долгожданная презентация обновленного Nissan Qashqai. Этот весенний фестиваль, который уже стал традиционным, мы проводим для поклонников активного образа жизни. Он позволит познакомиться с новинками, которые мы, как официальные дилеры Nissan, представляем в Алтайском крае. Мы надеемся, что хорошее настроение, которое сегодня есть у всех гостей нашего фестиваля, сохранится. И как можно дольше сохранится. Мы уверены, что теперь поклонников Nissan в Алтайском крае станет еще больше. Наши двери открыты для всех. Ждем вас в нашем автоцентре. Все, кто побывали на этом фестивале, зарядились эмоциями как минимум до следующего года. Кстати, весь модельный ряд автомобилей Nissan представлен у официального дилера Nissan автоцентр АНТ по адресу Павловский тракт 249Е.